вот этот результат 77-65. А он не участвовал в финале, потому что со спиной было плохо. И перешел сюда. И это результат, понимаете? Это результат для него. И для нас это результат. Мы должны их сейчас всех смотреть и всех любить. Потому что любовь делает с людьми чудеса. На льду Максим Ковтун из Екатеринбурга. Пятнадцатилетний спортсмен из Екатеринбурга Максим Ковтун. Отлично. Отец, да, отец тренер, работающий в Екатеринбурге. Ведет его сейчас Марина Войцеховская. Отец наверняка привел его на лед. Это очень важно, что в Екатеринбурге появляются опять такие спортсмены. И на базе своих тренеров, потому что там работал великий тренер Игорь Борисович Ксенофонтов. И были там и пары, и были там танцы, и было там одиночное катание. И олимпийская чемпионка Марина Климова, она оттуда. Алла Шаховцова, которая здесь возглавляет бригаду, это она оттуда. И так один человек создал целое поколение, и не одно, тренеров и людей, работающих и отдающих свою жизнь за это наше фигурное катание. Это очень важно. Он был совершеннейшим подвижником. Подвижником я звала его папой. Вот. Светлая память. Ехал на соревнования. Бежал для своих мальчишек купить горячие пирожки на станции. И умер от сердечного приступа.
Очень жаль, Игорь, но в твоем городе и в городе, где жил и вырос Ельцин Борис Николаевич, продолжается движение фигурного катания. И это очень здорово. Я их с этим хочу поздравить. Да, Максим здорово катался. Он получает 67,63 балла. И он пока пятый. Вы представляете, парень из Екатеринбурга. Как у них там условия? 15 лет парню. 15 лет и ни разу не катался на чемпионате России. Да.